Здравствуйте, Лиза. Сейчас я вам покажу, как одевать и как снимать объектив с одуванчиком, чтобы не сломать одуванчик. Вот, как видите, я все запрограммировал от 2 до 16. В камере ставите режим IFS. И можно ставить режим съемки А. Смотрите. Нажимаем кнопку стопора аккуратненько по часовой стрелочке. Вот видите, одуванчик целый, все хорошо. То же самое, совмещаем средний контакт одуванчика с белой точкой на объективе, немножечко поджимаем его внутрь и поворачиваем против часовой стрелки до щелчка. Ни в коем случае не перекручивайте, поскольку на этих переходниках нет стопорных винтов, как на том же КПАН, то очень легко перекрутить. Но за счет того, что есть сквозное стопорное отверстие, старайтесь не перекручивать, иначе вы сломаете одуванчику контакты снова. Еще раз смотрите. Средний контакт на одуванчике с белой точкой на камере. Совместили. Поймали вот этот момент. Немножечко подпружинили вниз, повернули. Все работает. То же самое. Нажали кнопку блокировки объектива, повернули, аккуратненько сняли. Еще разочек. Вставили, повернули, проверили. Работает. Нажали кнопочку, повернули, вытащили. Целый. Вставили, повернули, проверили. Работает. Нажали кнопочку, повернули, аккуратно вытащили. Целый. Вставили, повернули, проверили. Работает. Нажали кнопочку, повернули, вытащили. Целый. Сейчас я упакую ваш объективчик и отправлю вам. Спасибо за внимание.